слишком древний. Дайте мне силы. Моя смерть. Прости меня. Моя смерть. Вас захлестнет сила стихий. Давайте диван лучше. Моя смерть, моя смерть даст начало новой жизни. Слышь, Войт, а нахера ты хочешь на плюс 0 варов всех закинуть в комнату? Не проще тогда закинуть ШП, сову, а вары, блядь, ворвутся в тяжелое, в это в большое щупальце. Не, ну я согласен, но, блядь, не прям весь дамаг в комнату отправить. То у них хила тогда не будет. Вот это само то. Да. А, конечно. Не игнорит тебя. Положите. Мана, пойди. По танка два хила. Ну, давай так. Да тут дамаги должно хватить. Просто если что. Рыбу поставил на себя, подходите ближе, она ушла. А ты думаешь, так не убьем? Это десятка, а не 25-ка. Все равно без яда сложно. Кулак, каску дайте-то. Кулак, каску. Дайте мне силы. Господи, спаси их, храни. Рост надо? Старая нара. Я убил. По-моему, яда нету на ней. Вот сейчас есть. Дерево.
Да попал под эту хуйню, блядь. Я тоже. Все уже. 7-8-9. Она уже хилится. Кума сухо и заливать трэш. Кто такой Джин? Ну ты видишь, добили бы, если бы нет. Так. Давай действительно, блин, в Рятрик и Серганем вообще. Блять, там ДПС был в 3 раза меньше, чем в этом рейде. Я вообще не знаю, что тебя зерк этот смущает. Технуть меня в Рятрика, Белина в Рятрика, блять, ее зергануть и все, 8 дд. Да, если бы я сейчас не умер, то мы бы убили. Там 240. А, да, меня не хитрят. Славелия эту фигню, то есть типа немоту или что там? Да-да-да, вот это хилы словили. Дай лапу. Сука, стакайте расколы, Лары. А у меня пуха просто другая. Я не могу понестись. Паскутым поваром. О, блядь, сори. Чей, выведи. А я-то сбиваю, что ты все... Я сбиваю ПКД. Дайте мне силы! Мой взор снова ясен. Благодарю вас, герой.
орали, а чё ты умер? А хуй его знает, сейчас посмотрю. Домовой плеточник два раза по 13к уебал. А еще нормально. Древнейший дух воды, точнее, и плеточник. А вон еще дух воды 16к его. 16, 13, 13. В искру воображения. Да. Берину обратно в ретрика, я просто еще танка спихнулся. Нет. Я примерно знаю, о чем делать. Тут главное водить нормально, чтобы огонь, блядь, по всей комнате не разлился. Короче, это было 4 года назад, мы делали как? Короче, сагрили, и он за нами когда шел, то есть мы уходили вот так вот здесь. Еще вармса. У меня два. Крушительный нет. Круши. Приставал, дай. Приставал.
Отсчет времени до самоуничтожения. Самоуничтожение области через 10 минут. Беги! Стопайте, блядь, чтоб он потом потушил, не забудь. Блядь, по ней нам носится, ребята. В угол. Азрак, беги! Апис, беги! Апис! Ну... Ой, блядь! Беги, малышка, беги! Вот честно, я уже не помню, что надо делать. Он же лазерами ваншотает там, да? Макеты это в норме еще есть. Да.
Какой будет за орех и за рак? Христоба. Ладно. Посмотри, когда он кидает вот синюю бомбу, а РДД, они подходят к боссу или нет? Или они также на рейнже стоят? Рейнже. РТД, наоборот, не должны подходить, потому что один РТД, должен, который будет самый ближе к огню, катить его, потому что огонь движется за ближайшим. Вот. Тот, кто ближе к огню, затем огонь движется. Нет, я про тот огонь, который до того, как вторая фаза начинается. Отсчет времени до самоуничтожения. Самоуничтожение области через 10 минут. Да. Беги, малышка, беги! Через 9 минут. Сейчас буду. Захильте, захильте, захильте. Спасибо, друзья. Благодаря вам я получил ценнейшие сведения. Так, а куда же я делся? Ах, вот куда. Красота, правда? Я называю это... Самоуничтожение области через 7 минут. Сейчас броня у него повесит.
30. Топор. Который тушит, что ли? Это нет, я тоже смотрю, блин. Вот он сейчас за... В одну сторону заливаем, все. Одновременно только все сливайте, там вары вы можете и голову даже бить. Все. Да, я всех, кстати, чевык-то сделал. Даже так, кто ли? Я с уже Мбаппа, блять. Код отмены А905. Я тоже. Ты прикинь, там в актуале огонь-то столько же бьет, а хилам пиздец, там они намного слабей. Там просто люди делают, которые, ну знаешь, там задрачивали просто эту ачью. Уже все знают на автомате. Я тактики ночами учили. Потому что в актуале был бы и обстрел, был бы и второй шок, это в любом случае. А можно сдать печать? Я отойду, покурю, Хазарак, ты тут? Да. Хилишь туда один пока. Или на обратном танке. Я пока не могу использовать эту способность. Не ворвался. Гений. Да он вместе с тобой ворвался. Это же обычно, что-то они больно бьют. Тельгеры не бывает. Что это только на босс хардмод? Просто отбегаешь его, что? Я так понял, типа шеем снимать, да? Чё, давай доведем его и будем ждать.
Там по 2к каждый нанесет из воров и все. Со всплеском. Знаю, мне даже макроса не стоит. В каждом этом макросе. Так бить макросами и все. А зачем мы ману тратим? Обычно, когда саранитого врага делают, то РД не должны бить, чтобы не тратить ману. Милики бьют, подбивают босс. Потом... Потыкали. Убивается враг, потом босс. Милики с фулл маной, точнее РД с фулл маной уже добивают босс. Да. Просто сторонить собрались сделать. Две забирай сразу. Нужно больше ярости. Игниса потом пойдем бить. Игниса. Не сейчас. А жарить будем. Надо. Пятнадцать штук пожарить надо. Ну, ехали, брат. Не, ну мы за один трай вот с Джерином 20 пожарили сразу. Это два трая было. За один, по-моему. Два. Два? А, ну ладно.
Да, пожалуйста. Да, танковские только. Вместо Шима, да? Ну такая есть. Элем выйдет, потом пусть я Шима оденет. Я похилю первый. Кстати, у хантов аспект работает. Заботычина работает на этого босса? Да, короче, там забиваешь, он жарко стоит какой-то. Давайте какую-нибудь последовательность, потому что у него уже КД. Никакой 10. Последовательности, сбивай по КД, он откулдаунится. А, окей. Ты же кажется, блядь, сбил, не сбил, другой сбил. Виталикун, поменяй местами пухи. Сейчас. Да. Не фобия, да? Не бурстить. Зайти себе один. Не перди его. Повисло что ли? Дискон? Да, дискон. А не, лагал просто. У меня тоже залагал, блядь. Походу кого-то выкинуло, да? Меня тоже. Да, это типа дисконы или как-то так. Бля, что тут? Они твой пары их вообще не бить, что ли? Нет, нет. Фу-фу-фу. Сейчас атак и убью. Просто там пока.
Ну что, смеетесь, я уже двое пинали. Какого хрена? Я убежал. У меня нет маны. Я сразу побежал. Восемь же надо, по-моему, вот. С босса все равно косты сбивать же надо. Нет. Драк походу хилил тоже, когда я хилил, у него тоже маны нет. Надо нет. Геру давай. Нет маны на Геру. А возложение рук сканает, чтобы ману исполнить. Ну короче, я дам. А, нет. Нахили. Мана. На это возложение. Блин, если ты попал, что? О, можно я на транс себе заберу? Ему нужна, да? Да, так сказать, да. Ой, дай запах. Да, был. Ты на БДК пойдешь? Я в курице стою. Хазрак тоже покурит. Эти чё, для квеста нужны шмотки такие? Да, чё-то не видел.